Всем привет! Сегодня в этом видеоуроке я хотела бы показать, как вязать вот такие вот детские пинеточки-тапочки на окош-заменителе подошве. Хотела бы показать, как связать вот такие вот собачки. Они хорошо подходят для, как бы, ну, в общем, бегать по дому. Для этого я и сделала вот такую вот подошву. Размер их приблизительно на 25-26 ножки, в общем, детская. Либо по сантиметрам они где-то сантиметров 14-14,5. В общем, вязать мы их будем с полушерстяной пряжи, честно говоря. Я даже не знаю, как название. Но, в общем, у меня остатки вот такие вот ангорочки остались. И здесь приблизительно где-то 800 метров в 100 граммах. В общем, я буду вязать двойную ниточку. У меня как раз таки два вот таких моточка достаточно для того, чтобы связать такие пинеточки. Либо можете взять классическую пряжу в 100 граммах 300 метров в одну ниточку. То есть, я думаю, этого будет достаточно. Можете чуть-чуть толще взять, там, допустим, 240 ланоголка или вот что-то такого типа. Понадобится также коричневого оттенка. То есть я взяла желтый основу и коричневый оттенок для наших, в общем, ушек, глазок, обвязочки. В общем, хотите, берите любых других цветов ниточки. Также мне понадобилось 5 спиц чулочных. То есть для вывязывания самой основы ниточки они 3,5 крючок для обвязывания и чтобы прятать кончики, ножнички и иголочка. То есть можете взять для пряжи сшить иголочку пластиковую. У меня это обычная игла с толстой ножкой. Итак, кого заинтересовало, начнем. Для начала и основы пинеточки набираете 41 петельку классическим способом. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 38, 39, 40, 41. И распределяйте на 4 спицы так, чтобы у вас было от начала вязания по 10 петелечек. 10 петелечек, на следующий 10 петелечек. 2, 4, 6, 8, 10. Снова 10 петелечек. 2, 4, 6, 8, 9, 10. И на последнюю у вас должно остаться 11 петелечек. Итак, замыкаете в круг. Для чего мы набрали 41 петелечку, объясню вам сейчас. Для того, чтобы закрепить круг, и у нас не было пробелов, как бы не было узелков на конце пробелов. Смотрите, вы последнюю 41 петелечку одеваете и сверху вытягиваете последнюю петелечку. Делаете такую вот своего рода протяжку. Закрепляете. Хорошо затягивайте, чтобы у вас не было тут никаких сбоев. И начинаете вязать. Сейчас мы будем формировать резинку 1 на 1. Начинаете. Лицевая, первая петелька. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Затем переходите ко второй спице. Снова провязываете лицевая,
изнаночными. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая и изнаночная. Первый ряд вам будет более сложно провязать, потому что будут вытягиваться спицы, поэтому вы придерживаете, желательно спицы делайте опору какую-то, ну, для того, чтобы у вас не выскакивали спицы. Вяжите, например, над чем-то, ну, то есть не просто сидя там на диване, на кресле, а над чем-то. Возьмите, не знаю, подушку на руки, над столом, то есть, ну, как бы для того, чтобы вам было просто удобно начать провязывать. Когда вы провяжете 1-2 ряда лицевых, изнаночных петель, вот этих вот резинки 1 на 1, у вас будет более закрепленные спицы, не будут выпадать. Тогда вам будет проще вязать. Смотрите, мы провязали первый ряд. Сейчас второй ряд вы повторяете точно так же, где лицевые были лицевые вяжете, где изнаночные изнаночные вяжете. Таким образом вы формируете резинку 1 на 1. Таких рядочков нужно провязать всего 26. То есть, если вы провязали уже первый ряд, можете провязать 25 рядочков еще. Если вы хотите, чтобы у вас резинка была более шире, чем у меня она двойная получилась. Если вы хотите, чтобы она была более шире вот здесь вот, наберите, например, по 11, по 12 на каждую спицу. Но для ребенка от, скажем так, месяцев 10 до 3 лет, даже до 4, 40 петель в объеме более чем достаточно, я считаю. Если вы хотите, чтобы резинка была более длиннее, то есть вот здесь вот, где у вас отворотик, была более выше резиночка, можете провязать рядочков 30-35, то есть это уже на ваше усмотрение. Я буду вязать 26 рядочков. Итак, после того, как вы провяжете 26 рядочков, мы с вами продолжим. После того, как мы провязали 25 рядочков резинки 1 на 1, набрали высоту, мы будем провязывать лицевой гладью. Вот, видите, верх нашей лопатошки. Так сказать, вот длину набирать нашей лопатошки, вот эту вот часть. Для этого мы берем, провязав до ниточки, до нашей 25 рядочков, мы делаем следующим образом. Так как у меня первую ниточку я вязала, набирала лицевую гладь, чтобы вот эта вот ниточка была посерединке, я набирала для лицевой глади с первой и второй спицы. Сейчас же я буду делать немножечко следующим образом. Я провяжу первую и вторую спицу, также резинка 1 на 1. Провязала первые 10 петель. Затем провязываю следующие 10 петель. Без изменения провязав резиночку. Теперь провязываю еще 6 петель без изменения. И 5, 6. И оставшиеся 14 петелечек я переодеваю, чтобы мне было удобно, на четвертую спицу. Вот таким вот образом. И из этих 14 петелечек и будет состоять верх нашей пинетки. И мы продолжаем вязать, но уже лицевой гладью. Просто все петелечки лицевыми, 14 петелечек. На первой пинеточке я напоминаю, что я делаю 14 первых петель после ниточки. На второй пинеточке я делаю, чтобы у нас просто ниточки были вот эти вот серединки в зеркальном отражении. То есть, чтобы у нас пинеточки были
в таком своего рода, я же говорю, зеркальном отображении. Для этого я и делаю так. Если же вы просто хотите одинаковые провязать, то просто берете с первой и второй спицы, снимаете 14 петель, провязывая их лицевой. Ну, то есть с первой 10 петель, со второй 4. Следующий ряд, смотрите, я уже начала, провязываю чисто изнаночной и продолжаю вязать лицевой гладью. Лицевой гладью нам нужно провязать 24 рядочка. Так как я 2 уже провязала, вот третий рядочек, то нам осталось 22 ряда. Ну, то есть без этого, который я провязываю, третий ряд, 21 ряд. И так и продолжаете вязать вот так вот на двух спицах туда-сюда, гоняя спицу и ниточку. Вот таким образом, смотрите, у вас здесь резинка 1 на 1, здесь вы просто продолжаете лицевой гладью 24 рядочка. После того, как вы провязали 24 ряда нашей длину пинеточки, у вас ниточка должна закончиться вот крайне, как бы сказать, в конце провязывания ряда. Теперь на боковых стеночках, чтобы у нас вывязать боковые части пинеточки нижние, нужно набрать 19 петелечек. Так как у нас 6 петелечек здесь уже есть с нашей высоты, с нашей резиночки, так сказать, нам нужно набрать еще 13 петелек. С боковых частей за косичку захватываете ниточку. Кому неудобно, можете взять крючочек. Я вот, в принципе, спицы мне довольно-таки удобно, позволяет ниточки. Итак, я набрала 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Делайте их не слишком свободные, чтобы было удобно вам, как сказать, чтобы спица не выпадала и при провязывании, чтобы у вас не оставалось дырочек. Итак, нам нужно набрать 13 петелечек. Я набрала 2, 4, 6, 8, 10, 11. Еще 2 петелечки. 12. 13. И довязываю сюда лицевой гладью, лицевыми петельками. 15, 16, 17, 18, 19. Итак, на боковой части у вас набрано 19 петель. На двух частях, передней и задней, по 14 петель. Мы провязываем дальше лицевой. Вот так вот, лицевой. Все 14 петелечек. Теперь провязываете также лицевыми 6 начальных петель боковых и с боковой части второй нам также нужно набрать 13 петелечек. Одну спицу отлаживаете в сторону и набираете с боковой части 13 петелечек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Может, вам не совсем будет удобно, но если кому неудобно, опять же повторюсь, возьмите крючок. Итак, первый ряд боковой нашей стороны провязан. Следующий ряд, а нет, мы начинали отсюда, значит, мы сюда еще провяжите один рядочек лицевой, 14 петель наши передние. А то я что-то подумала, что мы с этой стороны начинали.
А вторую пинеточку, которую вы будете вязать, так как я первую вязала, так вы будете вторую, то надо бы начинать, если у вас будет крайняя ниточка, если вы будете, вот как я вам говорила, набирать на первую, с первой и второй спицы 14 петель, и у вас ниточка будет вот здесь, то вы будете начинать отсюда вязать ряд. То есть вот у вас будут лицевые, 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 и отсюда у вас, как у меня отсюда, только с первой, первая спица у вас будет вот это, а не вот это, как сейчас. То вы будете продолжать уже первую спицу изнаночную. Смотрите, теперь следующий ряд мы будем вязать изнаночную. Лицевой ряд провязан, вяжем изнаночную. Полностью все 4 спицы нам нужно провязать изнанкой. Вот я провязала ряд до конца изнаночными. Теперь ряд провязываем снова лицевыми. Начинаете с первой спицы боковой. Лицевыми все. Все 19. Итак, смотрите. Мы провязали ряд лицевой первый, ряд изнаночный. Ряд снова сейчас вяжем лицевой. Ряд изнаночный надо провязать. Итак, нам нужно провязать 9 петель. То есть мы провязали, получается, уже первый лицевой, теперь изнаночный и лицевой. 3 ряда из 9. Нам нужно еще провязать этот ряд до конца и еще 6 рядов, чередуя. Вязать лицевую сейчас мы заканчиваем, затем изнаночную, лицевую, изнаночную. И так нам нужно, чтобы у нас на боковых рядах всего было 9 петель с чередованием лицевая, изнаночная. Вот я набрала высоту подошвы, 10 ряд, 9 рядочков, простите, вот лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Сейчас мы будем, лицевая. Сейчас мы будем провязывать 10 ряд. Смотрите, первую спицу мы провязываем все без изменений. Изнаночной петель. Полностью весь ряд. То есть делаем 10 ряд. Все изнаночные. 19 штучек петелек. Все изнаночные. Теперь на второй спице, то есть на передней и задней, мы будем делать небольшие убавления. Смотрите, в начале ряда мы провязываем 2 изнаночные вместе, первые петельки. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И 2 последние изнаночные. 12 петелька всего у нас должно получиться на боковой задней 12. Теперь третью спицу мы провязываем без изменения изнаночными петлями все 19 петелечек до конца. Десятый рядочек наш подъема подошвы. И на передней спице боковой мы также делаем первый со вторым, провязываем изнаночное убавление, второй, третий, четвертый, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 изнаночных, и последние две тоже провязываем вместе изнаночной, чтобы у нас получилось 12 петелек на передней части. Теперь смотрите, провязываем, переворачиваем вот так вот внутренностью и провязываем все петелечки, снимаем первую петелечку и провязываем все остальные изнанкой. Изнанкой.
11 петелечек провязываем изнанкой. Двенадцатую петелечку мы подтягиваем боковую нашу стеночку, и 12 петелечку мы перетягиваем на боковую спицу и провязываем вместе изнанкой. Теперь переворачиваем наше вязание и снова в средней спице снимаем первую, провязываем все остальные вот так вот 10 средних петель лицевой. Мы начинаем вывязывать подошву тем самым, постепенно захватывая с боковых спиц по петелечке. Снова последнюю переодеваем на боковую и с лицевой стороны провязываем уже лицевой. Снова поворачиваем вязание. На изнаночной стороне снимаем первую петельку и вяжем все изнаночные. 10 средних петель вяжем изнаночными. Последнюю снимаем и переодеваем на боковую. И с изнаночной стороны вяжем последнюю изнаночную вместе с боковой. Снова на лицо. Первую снимаем, подтягиваем хорошо. 10 лицевых. 4, 5, 6, 8, 9, 10. И последнюю также переодеваем на боковую стеночку и провязываем лицевой. Запомните главное, последняя петелечка с лицевой стороны провязывается лицевой, с изнаночной стороны последняя провязывается изнаночной. И первую петельку обязательно снимаете в начале ряда. Своего рода как кромочный. Снова на изнанке все 10 изнаночных. Первую снимаете, последнюю провязываете. Запомните этот принцип: с лица лицо, с изнанки изнанка. И переодеваете на боковую последнюю петелечку и провязываете с изнанки изнаночной, с лица лицевой. И снова на лицо. Первое снимаете, 10 лицевых средних. Вот так вот. 10 лицевых. Последнюю переодеваете на боковую. Переодели на боковую. И провязываете лицевую вместе с первой на боковую. Итак, смотрите, таким образом у нас получается вывязывание подошвы. Если вы постепенно будете забирать по одной петелечке с каждой из сторон, как я вам говорила, на лицевой с лицевой стороны, последнюю на изнаночной с задней стороны последнюю. Вот таким образом у нас должно получиться вот такая вот подошвочка. Смотрите, если постепенно вы будете убавлять петелечки по бокам, по одной, провязывать рядочки, у вас получится вот такая вот ровненькая подошва. И так вяжите до тех пор, пока у вас не сократится все петельки по бокам. У вас должно остаться 2 спицы, так вот, рядышком, когда довяжете подошву, то есть передние 12 петель и задние 12 петель у вас будут на 2 спицах. Тогда я вам покажу, что делать дальше. Мы продолжим. Итак, когда мы закончили делать подошву, у вас осталось вот такие 2 спицы по 12 петелечек. Нам нужно их вывернуть, смотрите, вот таким образом. Слаживаете 2 спицы и аккуратненько-аккуратненько вытягиваете их на изнаночную сторону. Ну, смотрите, чтобы вы не вытянули со спицы, с этими, с петелек, не сняли. Таким вот аккуратненько-аккуратненько вам нужно их вывернуть наизнанку. Так вот придерживаете пальчиком. Если снимутся пару петелечек, ничего страшного, вы их сможете подтянуть.
и выворачиваете полностью пинеточку наизнанку. Таким вот образом. Для достоверности проверяете, чтобы именно по 12 петелечек у вас было. Смотрите, я тоже проверила 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Все, я вытащила себе петелечку. Немножечко вытяните ниточку себе. И делаете следующим образом. Поворачиваете вот так вот. Берете еще одну спицу. И поворачиваете аккуратненько, вот можете для лучшей достоверности вот так вот первую петельку на одну и ту же спицу, вот так вот со второй. И смотрите, что нам нужно сделать. Почему я переодела первую и вторую петельку на одну спицу? Потому что, ну, так удобненько. Теперь смотрите, вытягиваете их. С первой, со второй спицы провязываете лицевую. Еще раз, следующую, и первую на вторую одеваете. Смотрите, еще раз покажу. Первые две с разных спиц вяжете лицевой, и первую натягиваете на вторую. Снова, первую, вторую вместе лицевой, натягиваете первую. Лицевой, натягиваете, протяжку такую делаете, снова. Две вместе лицевой, вытягиваете. Две вместе лицевой. Делаете протяжку. Снова две вместе лицевой, протяжку. И так до конца ряда вам нужно сделать. Таким образом вы закончите красивенько, без шва, чтобы ребеночку было очень удобно. Не будет никаких таких рубчиков грубых, шите. Конечно, можете, если хотите, закончить просто и шить, но я говорю, что будет не очень удобно ножки с таким рубчиком. И вот таким образом еще раз протягиваете, вот так вот заканчиваете, обрезаете ниточку. Смотрите, вот таким образом можете попробовать. У вас получился очень мягенький рубчик. Его вязание даже, я бы сказала, и не видно. Выворачиваете на лицевую сторону, и получается вот такая у вас пинетулечка. Видите, здесь рубчика этого вообще абсолютно не видно. У вас две стороны получились идентичные. Теперь вот так вот прячете все кончики, вот эти ниточки. Все аккуратненько с внутренней стороны. И получилась у вас вот такая вот основа. Вторую я тоже доделаю свою. И на этом буду заканчивать нашу первую часть. Во второй части вас ждет оформление самой пинеточки.